Всем привет, дорогие друзья, с вами Дрезди, добро пожаловать в игрушку My Day. Ну что ж, давайте начнем, let's go. У нас уже очень хорошая прокачка, нам осталось только быстрая перезарядка и крутая пушка, все. И по сути мы победили. Все, будем копить, говорить я буду мало, потому что я дико устал. Поэтому просто, вот смотрите, до первого босса можно просто ехать, спокойно ничего не делая. Потому что настолько мы круто прокачались, что нам по сути плевать на все. Едем спокойно, едем. На Бондона, Калфин, вообще пофиг. На покемона, себе себе. Я, знаете, хочу посмотреть, а сможет ли он своим автоматом убить главного босса? Вот этого. Сейчас, если что, я помогу ему. Стреляй. Не, не успею. Ну вы видели, не успели. Так, окей, поможем нашему герою. Так, в следующем дозе, я думаю, мы с вами босса должны будем победить. У нас получится. До этого. Так, вообще на ящик. По-моему, это был самый сложный босс. Особенно на начале. Так, и... Даже когда я был самый сложный. Единственный босс, который у меня больше половины от него. Ну, если так, конечно, последний босс. Блин, почему мне так мало здоровья? Почему? Блин. А сердце-то у меня больше нет. Не знал, почему так сложно, мне сразу... Я что-то напарываюсь, и мне сразу все жизни отнимаются. Даже не знаю, в чем дело. Так, отлично, хоть что-то угадал. Нам поможет. А, все закончилось. Нет, я не буду больше. Ну, так легко. Я, кстати, так и хотел открыть. Ну, ладно. Так, скорость прокачаем. Нет, давайте пушку прокачаем. Сейчас мы точно должны победить. А уже потом как раз я вам покажу, что будет, если будет еще скорость.
Ёлки-палки, нифига себе начинка. Офигительно. Я реально быстрее. Я сальто сделал. Я не думал, что он может сальто сделать. Оказывается, может. Вот это вам было круто. Вот за это, я думаю, стоит посадить. Сейчас сам в шоке был. Ни разу, сколько я не играл. Ни разу он не делал сальто. Первый раз вообще. Сейчас бы игра сломалась. Он бы завертелся, да, все. Не, ну знаете, как Соник. Завертелся бы. Не начал поднимать. Раньше был сложно. Так, отлично. Вообще не изи. Видите, опять половину снес. Лишь бы дойти до босса. Я хочу 800 минут потратить, потому что я хочу полностью прокачать босса. Я хочу посмотреть, как у нас прокачка полная пройдет. Чаще стрелять. Отлично. Взяли здесь. Я думал, не получится. Так, все, все, опять. Идеально. Все, думаю, победим сейчас точно. Отлично. Наконец-таки. Давайте смотрим финальные титры. Так, мы зашли в это НЛО. А и что случилось? Вот смотрите, сверху направо. Так, зашли. Тут большущий взрыв просто произошел. Я, видимо, все там взорвал. И вытащил нашего друга любимого. И мы с ним пойдем играть в Xbox. Да, в Xbox пойдем играть. Наверное, в Mortal Kombat, да, точно. Так, ну что-то пошло не так. Смотрите, какая-то рука зеленая появилась. Она схватила моего друга и утащила вниз все подземелья. Блин. На этом игра заканчивается. Mad Day 2. В смысле, Mad Day 2 будет про зомби, что ли? Я, честно говоря, не помню. Мы обязательно потом поиграем в Mad Day 2. Так, ну что ж, 19 дней. За 19 дней мы с вами справимся. Но нам нужно прокачать свою тачку до конца, поэтому... Так, скорость тоже давайте прокачаем. Все, мы просто на максимум прокачали машинку. Так, смотрим, что тут можно взять.
Бонус, конечно, лучше ракеты стараться выбить. Вот ракета раз. Вот где-то тут. Может, вверху? Нет, не вверху. Вот ты по-любому. Нет, как я так мог кануться? Мне просто не хватит денег. Я хотел ракеты. Я так хотел ракеты. Так, все, ребят, тачка на максимум прокачана. И смотрите, как она быстро перезаряжается. Очень быстро. Очень часто ракеты вылетают. Ну, все, ребят, поздравьте меня, я прошел на огромный дей. И потом уже будет вторая часть. Вторую часть тоже полностью. Серии будут выходить каждый день, но конечно, те же подписывались, ставили пальцы вверх, и будет ничего очень интересного. Так, окей, это мы их. У меня сейчас нету. Мне магнита нету. Мы 800, возможно, не берем на дополнительную жизнь. Поэтому придется посмотреть. Блин, все денежки пропускаю. Фига себе, я делал сальто. Он такой, наверное. Из-за этого, чисто из-за этого я проиграю. Я не взял аптеку. Как умудриться не взять аптеку? Это безумие, 800 монеток мне не хватит. 6-то какая? Так, зато я сейчас бонусы возьму. Какие мне? Магнит, нафиг мне магнит. Дополнительное сердце хотя бы. Отлично, дополнительное сердце есть. Тратим 500. И получаем еще один магнит. Нет, не получаем. Но я был так близко.
Так, ну что ж, шапочку хотя бы что ли сменим. Давайте вот эту возьмем. Шапку растаманим. 21 день. Ну сейчас мы победим. Мы возьмем тебя, я и тебя. Все, просто все смели. Это самое тебе круто. Сейчас меня опять запутит, но второй раз. Нифига себе. По-моему, сейчас было еще круче, чем второй раз. Мы куда-то в космос улетели. Я думаю, сейчас мы точно выживем. Тройные ракеты, они просто все сметут. Мы сможем уже не использовать. Ну, в тот случай, если мы победим. Вообще ничего. Отлично. Все, сейчас точно будет конец. Почему мы не сделали это? В смысле, почему мы не прошли? У меня тройные ракеты были. Да, потратим еще, конечно. Вот я ничего не выиграл. Окей, ладно, давайте я сейчас к боссу подойду и вам все покажу. Так, знаете, что мне самое нравится? Вот это мой... должен быть присутствовать видео. Я закрою, да? Ух ты, опять сальто. Смотрите, мы...
Что происходит? Игра сломалась, ребят. Я же сказал, что игра может сломаться. Смотрите, что происходит. Блин, я такого бага ни разу не видел. Ребят, вы видели где-нибудь такой баг? Че, давайте попробуем с ним пройти. Очуметь, я чист, я не буду выключать. Я такого бага, наверное, нигде не было. Мне понравилось, ну. Мы подружились. Колобок. Блин, крутой баг. Словили баг. Я прям как... А... Нет. Тут багу пришел. Наверное, это специально сделано, чтобы избавляться от багов. Да. Может быть, как же этот блогер-то? Как же он называет? Мармол, да, может быть, как мармол быть. Он же баги собирает обычно. Тут я наткнулся на баг. Блин, прикольно, баг. Надо по-любому будет его убить. Это было круто. Так. Легко. Так, что босс. Так, я буду очень часто жать на кнопку. Блин, босс. Да пускай меня убьют. Я такой же не здоровый. Моя жизнь. Отлично, мы восстановились. Жмем. Отлично. Фу, теперь мы смогли это сделать. Так, ну все, ребята, это мы уже видели. Кто знает английский, тот поймет. Флафи. Его Флафи звали. Так, ну все, мы прошли. Мэдэй 2 будет уже в следующей серии. Всем же до скорого, пока-пока. Спасибо за просмотр. А, не будем испытывать удачу. Ну вообще все скупить нам. Серед, покедово. Увидимся.